Тюменский бройлер, невзирая на экономические и политические сложности, успешно прошел все этапы системы менеджмента безопасности продуктов питания в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22000. Приятное подтверждение высокой культуры производства в апреле получили все птицефабрики холдинга. Подобным международным сертификатом может похвастать не каждое производство продуктов питания в стране. Чтобы стать лидером, надо работать и взаимодействовать с лидерами. Так и поступило руководство птицефабрики. Это первый международный стандарт, который, собственно говоря, котируется во всем мире. Наше предприятие на сегодняшний день сертифицировалось у лидера в области сертификации, это компания Bureau Veritas, в мире занимает первое место. Прежде всего, это уровень культуры работы и отношения к производству. Это уровень культуры работы людей на производстве. Это самое важное, лично для меня и для холдинга, для нас понимание. Какое отношение и какое бережливое отношение к производству, соответственно, внимание, высокое качество выпускаемой продукции. Задача наполнения рынка региона своей продукцией, озвученная губернатором Тюменской области, стала приоритетной для предприятия. Ставится конкретная задача тюменцев кормить тюменским, социальную сферу кормить тюменским. Тем самым мы создаем внутреннее движение продукта, денег, рабочих мест, налогов. И это очень-очень грамотно с точки зрения выстраивания внутренней региональной политики. Увеличение доверия потребителей к местной продукции только растет. Когда в регионе есть собственное передовое производство, выпускающее высококлассную продукцию, покупать продукты с тюменской пропиской становится нормой. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Раф Аюпов, информационное агентство «Тюменская линия».